если не сейчас не сделаете, то потом будет дороже, инвалидам скидка. В общем, дошел до того, что до 7 тысяч дошел. А потом сколько у вас есть? Людмила Андреевна из Смоленска рассказывает о переговорах с настойчивым молодым человеком. Представившись работником газовой службы, на протяжении нескольких дней он настоятельно рекомендовал пенсионерке установить газоанализатор. В итоге Людмила Андреевна пустила лжегазовщика в квартиру. Результат неосмотрительного решения – пропажа 14 тысяч рублей. Было около 20 купюр. Потому что хоть бы одна где-то она валялась бы, так... Ничего нету. Подобный случай мошенничества был уже не первый. Несколькими днями раньше у другой пожилой смолянки был украден, возможно, тот самый газоанализатор. Жертвой таинственного лжегазовщика стал и 79-летний мужчина. У него украли паспорт, но, видимо, не обнаружив там денег, документ вернули. Позже был задержан и подозреваемый, который признался в нескольких кражах. Ну, признаешь? Да. Задержанный пояснил, что увидел, откуда потерпевшая достала деньги, он похитил их и потратил по собственному усмотрению. В настоящее время установлена причастность подозреваемого к четырем фактам хищения на территории региона. В отношении него избрана мера в виде подписки о невыезде. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.